Здравствуйте. Здравствуйте. Родственники. Вы куда собрались? Вот видите, кучкуются, а потом они уже перелазить научились. Через свой этот вольерчик. Да что такое хулиганистый? Так, девочка у нас... Где у нас девочка? Девочка у нас дрыхнет. Вон они. На пару с братаном. Девочка у нас такая тихая. Вот тут хулиганистый. Эй, красавчик мужчина. Да, да, скажи, я хулиганистый мальчик. Жесть. Жесть кушает. Ты, господи. А куда ты там? Куда ты уткнулся? Все, давай. Влазь оттуда. Все, уже пытаются вылазить через этот свой вольерчик. Все, кучкуется спать. То не хулиганье мелкое. Лёвка там гоняет. Лёва, ты что там делаешь, а? Ты хулиганишь? Лёвка. Лёва. Всё, отошёл пацан. Да что мы никак не угомонимся? Шпать, шпать, пора шпать. Ой, мужики. Смотрите, какое мохнатенькое. Вам ни о чем это не говорит. У нас, наверное, три прям набивных попали, пошли. Джесси, ты куда? Очень хочется повтора Максика. Помните, да? Ну, Максик Максимус приезжает к нам в гости. Очень пушистенького охота. Тоже красавчики прям. Ой, все, смотрите, как мило. Вот так вот. Ой, господи, ну спят прям как большие уже. И лапку положи. Ой. Мать все никак не наестся у нас. Очень. Кто куда? Девочка наша вообще молодец, спокойненькая. К братану, давай, давай поближе. Оп. Опс. Все, спать. Тут такие бодрые были. Все. Взяла камеру в руки. Все уснули.